Всем добрый-добрый день. Всем удачи, здоровья, весенне. Главное, счастье. Вы находитесь на канале Светлая Стрела. С вами Надежда. Неделю назад я снимала видео про эту речку. Здесь была сушь, здесь ее вообще не было. Маленький-маленький поток был. А сейчас смотрите, что творится. Что случилось? Или в горах, наверное, сильный дождь прошел. Или что-то по каким-то еще причинам. Но она бурлит. Она так рвется в море. Это страсть. Мы в шоке, как все меняется. Вон там она встречается с морем. Сейчас мы это увидим. А где коса? Да нет, коса. В прошлый раз мы вон туда далеко ходили. А теперь там бурлит в Сизуапсе, встречаясь с морем. И на месте встречи получаются вот такие грязные гребни. Цвета коричневого от этой воды речной. Ничего, через некоторое время все успокоится и все будет голубого синего цвета. А вам всем здоровья.